Эти кадры – настоящий подарок для зоологов всего мира. В заповеднике Лакипе в Кении удалось снять редкого черного леопарда. Запечатлеть особь этого вида получилось впервые с 1909 года. Для того, чтобы снять леопарда, были установлены датчики движения и сверхчувствительные камеры. Тот факт, что в этом районе есть как минимум два черных леопарда, очень важен. Это вселяет в нас веру в то, что черные леопарды в Кении – это не просто редкий феномен. Они здесь жили на протяжении долгого времени. Очень важно охранять леопардов, которые обитают в этом районе, потому что это может быть уникальная популяция со своими генетическими особенностями. Черный окрас этих леопардов – вследствие меланизма. Животное ведет ночной образ жизни, и увидеть его в темноте, а тем более сфотографировать – это большая удача.